Экспертный совет президентского фонда культурных инициатив объявил победителей первого грантового конкурса. Из 20 областных проектов, победивших в конкурсе, два имеют отношение к Одинцовскому округу, рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов. Это общегородской квест «Достоевский», который будет реализован при участии дома-усадьбы Герценов Верхушково, а также ежегодный всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе. Святые заступники Руси», инициированный Савино-Сторожевским монастырем.